Всем привет, ребят. Ну что, начал играть в Brawl Stars, подключил Game Park, как видите. Да, красава, красава, красава. Блин, забрал все-таки. Ну да бейте его. Подключил Game Park и уже получше, получше идет игра. Тихо, 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 тихо. И здесь я знаю. На, лови, 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 лови. Ну ты меня убьешь, красава. А, в общем, подключил, вроде более-менее неплохо получается. Так вот, что там у нас со звуком случилось? Я надеюсь, у вас звук есть. У вас тоже звука нет. Жизнь, боль, короче. Давайте сейчас докатаю каточку. Тихо, ну не убивай меня, ну за что ты меня убил? Ах, ну я думаю, мы тут нифига себе. Ну дайте хоть я последний удар сделаю. Вот так вот. Бум. Так. Что у нас случилось со звуком, ребятушки? Проверим, что за дела. Да вроде все нормально. Странно. Давайте, захотел вам записать раз в год видос и папандос. Ладно, поехали. Вот такой вот герой Барли. Я давно им играю. Я то в плюс ухожу, то в минус. Герой, знаете, такой весьма интересный. Во многих локациях он реально топовый, особенно на 10-й прокачке. Единственное, что жизни маловато. Но на 10-й звезде у него плюс 300 от хила с каждой ульты. И реально это очень-очень спасает. Так, одного минуснули, а тут, конечно, будет печально. Минус два. А где же третий? А вот он. Ну, здравствуй. Думал, не найду, а я нашел. И опять нашел. Так, вот теперь надо убегать. Сейчас ульта пропадет и можно будет свободно убить. Но, к сожалению, у меня в команде рукожопа. Или нет? Ну, как-то печально слились. Так хорошо шли. А мог быть такой видос зачетный. Тихо, стой. Это все мое. Да куда вы бежите? Убегайте, блин. Вот скажите, что ума у них хватает. Ладно, я уже тоже сольюсь. Пули. Пули делать, если они, блядь, не могут нормально идти назад, отходить. Вот скажите, вот хватает ума.
Ну тут уже ничего мы не сделаем. Чисто, чисто красавчики остались. Вот вам, ребятушки, рандомчик. О том, о чем я и говорил, что если вы бегаете в рандом, тут знаете, как повезет. Вот нахрена было оставаться, непонятно. Ну, от этого не должно бомбить, потому что если вы выбираете рандомчик, то вот такой у вас будет в 70%. Поэтому у меня нету там 10-12 тысяч, потому что я играю в удовольствие в рандоме. Для того, чтобы побомбило. Да я тебя замочу на... Какие-то дерзкие, посмотрите на них. Они, походу, не знают, кто такой Барли. Так, ну ладно, ладно, ладно. Соглашусь, тут ты меня замочил. Хорош. Вот нравится мне его ульта. Вот ульта. Чисто такая площадь идет дамажная. Вот видите, я восстанавливаю себя. Вот это было, конечно, зря. Ладно, я тебя спасу. Почти спас. Хорош. Все. Давайте я один доберу. Ладно, я доберу не один. Уходим. Аккуратно уходим. Я чувствую, что сейчас просто кто-то сольется. Я даже знаю, кто это будет. Это буду я. Ну, не страшно. Когда у вас самики на базе, все пофиг. Делаем вот так вот, заряжаем их. Раз, два, минус один. Делаем минус 2. Вот такие вот дела. Вот такой вот Барли, не знаю. Вот мне он во многих режимах нравится. Можно использовать практически везде, как соло, так и командных. Давайте укрытие. Я не знаю, правда ли мы тут сейчас будем тащить. Опять же, рандомная команда. Тут бывают такие чудеса, но... Герой показывает себя везде. Единственное то, что я играю с гемпарда. Вот я еще к нему не привык. Но это такое. Там-там-там-там-там-там-там. Так, тихо-тихо-тихо, ша. Тихо, ша. Разбегались тут. Вот это было зря, конечно. На нас, наш тоже побежал. О, красавчики. Сейчас минус еще один будет. Так, меня минус 0, ну, вроде плюс 1 у нас. Ну, здесь опять же, видите, тут сейчас кого-то с наших сольют. Вот, то, о чем я и говорил. Сейчас мы сделаем вот так, подарок им. Пятнадцать-четырнадцать, ну уходи, уходи, не стой. Хорош. Нехорош. Ой, как красиво. Скажите, что не кайфовый герой, просто красавчик. Вот так вот можно играть, когда... Когда можно играть. Такс.
Ну, такой вот режим, ну, не знаю, тут опять же на любителя. Я больше люблю, же говорю, кристаллы, там как-то интереснее. Так, поехали дальше. Попробуем озеро мертвецов. Ну, тут я не знаю. Все-таки получше играть с того же самого планшета, либо мобильного, где точность намного выше и чувствительность, потому что, не знаю, джойстик надо еще настроить. Знаю, в таких вот локациях лучше им держаться, чем подальше. Да не буду я с тобой дружить. Не хочу. И с тобой не хочу дружить. Ни с кем не хочу дружить. Так, идите нафиг. Запарили. Еще где-то один должен быть. Ну, желательно в таких локациях. Сейчас меня тут, наверное, раздадут. Да. Тут желательно бегать чем подальше, не знаю. И, как видите, соло надо очень быстро бегать. Ну, не нравится. Вот здесь, в этой локации, мне он как-то, ну, не заходит. А, да, классно с планшета играть. А, но когда вот так вот бегаешь один против ближника, если вблизи подойдет, это все. Это торба. Ну, так, в принципе, за стенки можно ловить, но опять же, надо. Сейчас меня тут чпокнут. Да запарили вы уже, между собой воюете. Вот так вот только на раз-два минусуется. Тут им просто бежать в центре бессмысленно. А вот издали нормально. Давайте в парное сходим. Ну, на пары повеселее играть, если у вас есть напарник нормальный, не рандомный, как у меня сейчас будет, но не знаю, не знаю. Так, что там у нас за друзья такие резвые? Вы когда, дружбаны? Да погоди. Ой-ой-ой-ой, это опасно. А моего сольют, я же говорил. Все зависит от того, какой у вас напарник. Да, позиция у нас, конечно, колено-локтевая. Ну, тут попали не туда, куда надо. Вот мне здесь нравится Джин и там Шелли, например, либо Бабул. Вот они реально заходят на ура. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу следующего персонажа, которого вам показать. В принципе, многие так и знают уже персонажей. Это я им подарок сделал. Вот у меня опять же напарник, как видите, в рандоме просто чудесный. Вот с ним вроде как бы казалось бы, блин, такой имбовый герой, но в идеале. Так, минус 0 одного.
Сейчас минус 0 меня. Ничего себе. Вы видали, какой он жесткий? Да-да, давай покрутимся. Потанцуем, детка. Вот видите, в чем джойстик. Минус. Вот так вот сделали его. Фумело. Вот такой вот, ребят, персонаж. Я даже бегал в этом, в оборудке, честно скажу, понравился. Реально дамажит нехило и нормально он свыше 5 минут проходится. Пишите комменты, что вы думаете, пишите, какого следующего героя хотите увидеть. И уже скоро я придрочусь немножко и будем нормально бегать. Все, всем удачи, всем пока.